Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Данжен Черри, Фонтан, Ассасин, Стаканчик, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что я буду бешеным оно. У меня скин очень крутой. Я буду играть на этом большом комбайне и скидывать пацанов с этого здоровенного корабля. Если пьете, кушайте, вредного аппетита, а мы начинаем. Я даже не знаю, что с этого получится, как всегда будем импровизировать. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что до миллиона осталось всего 2000 подписчиков. Ура! Всем спасибо! Ну что, я начинаю выживание. Цепляем первого. Первого цепляем. У меня очень... сзади толкаем. Димаса толкаем, все сзади. Не-не, ты давай, не сможешь. Давай, давай. У меня очень мощный комбайн, очень. Мне главное вот да, этого челика зацепить. Нам по... Ой. Не-не-не-не-не-не-не. А ты что думал? Ты можешь вот так любого человека... А, блин. Я думал, ты в углу стоишь. Так подождите, я вас скидываю или вы меня? Мы тебя. Мне надо, чтобы кто-то впереди попался в мою клешню, западню. А клешня, она... Нет, я выйду, у меня реально мощь. Вот согласись, техника реально рулит ты моя. Толстый. Ты, конечно, давай, толстый. Я тяжелый. Тебе ты толстый, а не тяжелый. Толкайте его, толкайте, ребята. Вы меня скинуть решили? Я не дамся. Давай, удачи. Вот это у нас круто получается. И я не могу выехать. У меня колеса большие. Толкайте, стойте, стойте. Дайте я его дотолкаю сам. Димас. А у Фидерзе... О, отлично, ребята, получилось. Я зацепил одного. Задавайте, давайте, давайте. Хоть одно. Есть! На белой машине, на белой. Ай-яй-яй, между колесами. Ну какая-то жопа получается, ребята. Ну мне нравится. Смотрите, какой я грозный сижу, злой такой. Че мне? Кто мне что сделает? Я псих. Реально рулит. Мощь рулит. У нас еще есть очень большие машины. Смотрите, сколько мы накачали крутых машин. Я их добавил в коллекцию. Теперь будем записывать с ними. У нас есть полицейские машины с мигалками, со всеми делами. Я даже могу включить здесь мигалочки себе. Не работает? А если вот так вот? А вот так вот? О! Вот, даже мигалки можно подрубить. Пацаны, я вот смотрю, что вы долго будете так делать? А я теперь... Хорош шутки. Давайте, я пошутил, это была шутка, реально. Теперь пора скидывать пацанов. Теперь пора скидывать. Толкайте его. Отлично, первый пошел. Первый пошел. Блин, мне не хватает мощи, почему-то не хватает. Толкайте его. Потому что ты медленный. Так я должен быть наоборот, я должен быть, как бы получается этот, немножечко читерить должен. Кабаконичи ты, вонючий. Ну блин! Отвлеките его, я машину пока отремонтирую свою. Машину, машину, чадую голубую. На, о! Давайте, ребята, все-таки будем пробовать скидывать хоть кого-то. Вот, синяя машина! Синяя машина! Не смей! Ха-ха-ха! Чувак меня сзади подтолкнул! Давай! Не скинешь меня, кабака! Одного скину сейчас! Блин, мне мешают здесь какие-то столбы! О! Красный! Ушел. Один ушел. Один исчез. Так, разворачиваемся. Блин, он так плохо управляется. Задние колеса поворачивает только. Вот, я белую, вижу белую машину. Ты мне ничего не сделаешь. Я псих. Я машину взял. А, что я завис? Мне кто-то заферизил, что ли? Нет. А что со мной? О! Машина какая-то заглючила, у него колеса вылетели из жопы. Давай, щенки! Я буду вас... О, белая машина, чья была? Да блин, я поднимаю, у меня компания... Смотри, застрянет сзади. Отлично, отлично, отлично. Ушел, ушел, ушел. Красиво воду. Нет! Улетел, прощай. Еще одного скину. Серега, сейчас ты попадешься в мою западню. Кабаку тебе не попадусь я. Это ты попадешься в мою западню. Пока, Димас. Мою западню попался, как всегда. Блин, это что-то было с чем-то. Мне понравилось. Так, подождите, а куда я лечу? Давайте вверх. О, вот я. Так, пацаны. Я сейчас возьму себе машину другую. Вы готовы?
А вот как вам насчет, ребята, БелАЗ? Посмотрите, насколько я маленький по сравнению с этой просто громадной машиной. Давайте, чтобы у меня в руках ничего не было. Все, пацаны, давайте. Кто против меня? Да ты нас задавишь. Вот это мощь. Тяни, ребята, тяни, тяни. За колеса самое главное. Мне надо развернуться и разогнаться хорошенько. Вот это не хотят меня скинуть, но я буду падать. Сейчас кого-то зацепим. О, скорость нормальная у нас. Стрим, Дима, стрим снайперы тебя, короче, это... Нормально, нормально. Тащим Димаса. Давайте. Я пошутил, пацаны, у меня тормоза очень мощные, вы не сможете меня скинуть. Shift нажимайте. Нет, я не хочу туда. Ого. Это было реально прикольно. А что это было? Вы не поняли вообще? Я тоже. Так, стойте там, я сейчас к вам приеду на другой машине. Хорошо, раз вы такие умные, я возьму еще одну. У меня есть еще в запасе одна машина. Давайте экскаватор, у меня есть побольше. Во! Серега, ну чё, я на экскаваторе. Где ты? Мне интересно, можно ли ковшики поднимать? Ну вот я не знаю, не работают ковши. Ого, привет. Вон уже на тебя поехали. Тихо, стой! А что он такой конченый? Против джипа? Я против джипа не затащил? Да. Давайте, вот теперь давай, иди сюда. О, теперь джип, да. Серега, а ты что думаешь, ты умный сильно? Да. Я тебя сейчас скину. Нет, это я тебя скину. Эй! Газуй. Толкай, Димаса. Есть Сережка. Давай. Сережка, последние твои слова. Нет. Да так нечестно. Димас. Я цепляюсь последними буквами. Держусь. Говно, ты с разгона в меня врезался, поэтому я упал. Хорош, чувак. Хорош. Так слышишь, представляешь, как он вальнул? Какая там скорость была? Хорошо. С разгона в тебя. Да. Я украл кран. Давай, борьба, кран против машины. Вот ты, Серега, погнали. колеса зависли. Газуй, говнище. Давай, колеса, ребята, аж дымить все. Резина дымит. Нет. Да давай, машинка моя, ты можешь. О, спасибо, Серега, я так выйду. Нет. Да. Давайте с разгона кто-нибудь его. Сейчас я его долбану с разгона. Отойди. Мы вместе упали с тобой. Я тебя за собой утащу. Так, блин, ну так не должно было быть. Ну красиво. Так, хорошо, давай, у нас еще есть же... Ребята, у нас очень много паков классных тачек. Так что это не предел, у нас еще есть... Нет, ну этот, наверное, не пойдет. А, у нас тут получается... Вот, у нас есть школьный автобус. Что ты мне скажешь? Школьный автобус всегда был очень тяговой и мощный. Ну что, давай. Смотри, просто джип ни о чем. Кто ты, щенок вонючий? Так, разгоняемся, надо наваливать. Ух ты! У нас теперь я на полицейской машине. Ой-ой-ой, я умер! А как? Вот так. От удара машины, да? Да, авария. Ого. Так, у нас есть более мощнее автобус. Ой, так это ж обострыш. Так какого мне, смотри, сзади два привода. Ну, два колеса сзади ничего тебе не дают, Дима. Пошли отсюда, щенки вонючие. Я не рассчитал дистанцию, надо было сразу резко тормозить. Давайте еще разок на этом автобусе, он очень крутой. Готовы? Вас больше всех здесь упал, походу. Нет, это то я сколько вас поскидывал. Нет. О! Я мощный, я очень мощный. Так, говно, пошел отсюда. Ой, вдвоем! Ой-ой, да вообще, пацаны, вообще ни о чем. Ни о чем? Да.
Смотри, как я сейчас буду наваливать от пацанов. Автобус очень мощный. Никак. Просто никак. Давай, толкай его. Нет, 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 нет. Красиво, красиво, ребята. Еще не все потеряно. Еще не все потеряно, я висю. Мне машина заглохла. Я висю. Мне машина заглохла. Блин, что делать? Кстати, может вперед немножечко можно дать? Ай, красиво так завис. Пацаны, вы меня не сможете вытолкнуть. Давайте от первого лица, что это? Ого, я на пропасть, я попал с ротейшн. Я могу заглушить. Все, получается, я застрял, да? Ничего не сделать. Ни? Сейчас, 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 сейчас. Я, короче, падаю сам, если смогу. Не, не могу упасть. Я, короче, застрял подвеской, полностью сел. Так, это что у нас? Это не то. О, кстати, на лимузине. Украл лимузин за $1 миллиард. Щенки вонючие. Быстро все за Димасом поехали. Никто, никто не поймает меня. А, блин. Красавчик, я наваливаю, лимузин мой. Красиво, красиво. Ай, блин, хотят тебя скинуть. А так, а где Серега? Вот Серега. Не-не-не-не-не-не. А что это за мега-подсрачник был? Нифига себе увалил. Называется подсрачникус подписчикус. Вот так вы со мной заговорили. Давай, едь ко мне. Подлец. Ты где? Воу, над машиной пролетел. Я должен был... На тебе. Серега, танк? Вот теперь, смотрите, что я делаю. Просто. Не... Серега, что ты, щенок? Я тебе сейчас такую пушкину, мать устрою. Давайте все быстро на Димаса наезжаем и скидываем. Я, короче, еду до окраины специально, чтобы сделать интригу, как я вас всех поскидываю. Показать, как у танка тормоз. У танка тормоз, смотрите. Давай. Повис, 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 повис. Как и ты, Димас. Нет, как вы меня скинули, это же танк. Ну танк все падает. Не должно так быть. Должно. Хорошо, а вот такой танк вы не скинете. Все, последняя битва. Давайте скидываем. Теперь я буду играть на тактику, смотрите, тактика какая. Гусеница прогибается, очень прикольно. Реалистично. Давай, давай, давай. Блин. Красиво. Просто встал на машине и стою Серегину машину мну. Что ты мне сделаешь? Что? Танк очень мощный. Ему просто никак ничего не сделать. Это мы посмотрим сейчас еще. Я хочу, знаешь, именно тебя скинуть и посмотреть, что ты мне когда... Ты будешь орать, когда я тебя скину. Я не буду. Блин, ты прям на дыбах встаешь. Что у тебя за машина конячная? Смотри, как ты на дыбах встаешь? Ты поменял это свойство! Ах ты подлец! А, блин, какая-то такая. Ну блин, ну так конечно нечестно танк взять. Прощай, прощай, прощай! А у нас один. Блин, у меня уже гусеницы что-то плохо прокручиваются. Да блин. О, один застрял, один застрял. Ну чё, кто меня скинет? Да. Бум! Вообще ни о чем. Давай, толкай его. Толкай, толкай, толкай. Вот этот танк наваливается, ракет. Врежься в столб. На! Просто перевернул. Ух ты! Вот этот чувак улетел. На. Ой, Серега, извини, не хотел. Я думал, кто другой едет. Нет. Не пойдет, да, так? Не, не пойдет. Сейчас я свой. Нормальная война у нас. Блин! Ты дурак, я, короче, ехал и стрелял назад и упал в воду.
Вот идиот. Ого, тут машин на дне. А я думаю, что у меня немножко FPS просел. Короче, предлагаю этот корабль взорвать. Очистка карты, Серега. Улетайте подальше, я сейчас сделаю мегавзрыв. О, давайте сделаю мегавзрыв внутри. Тут же внутри много места. Давай, вот. Взрывай, у нас тут задержка, мы все равно ничего не делаем. Я знаю, поэтому я и взрываю. HB Bombs. Улетим подальше. Нормально. Ну так, я думал, знаешь, что я думал, как-то с ним может... Он статичный, но что-то там отвалится или что. Ну было бы прикольно, если бы он разваливался. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!